Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова сели на проекте Родина Реплей, Центральный округ. Мне здесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить монет по регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Ну а сегодня, пацаны, новый видосик. Как вы знаете, вышло глобальное обновление. И вместе с глобальным обновлением вышел новый модпак. Конечно, там не очень много новых машин и мотоциклов. Но все же я решил записать об этом видео и показать вам каждую новую машину и каждый новый мотоцикл. Поэтому, пацаны и девчата, возьмите, просто поставьте лайк и подпишитесь на канал. Сегодня посмотрим реально новые тачки, новые мотоциклы, затестируем их, как они идут в стоке, потому что эти мотоциклы и новые машины, их добавили именно в кейсы, и именно там их можно выбить. То есть купить их просто в автослоне нельзя. Поэтому я считаю, это будет интересно, поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Давайте начнем. Получается, первая машина — это у нас Mercedes Кабан. Кто не понимает, какой кейс, давайте я вам покажу, потому что, я думаю, тоже будут вопросы по этому поводу. Заходим в донат, нажимаем другое, и вот здесь есть, получается, вот эти новые кейсы. Есть ящик Marvel, ящик Джентльмена, то есть автоящик и мотоящик. То есть в этих ящиках находятся мотоциклы новые, которые добавили в этом обновлении, и находятся тоже в ящиках новые машины. 5 тачек, которые тоже добавили в этом обновлении, которые нельзя купить в автосалоне, то есть получить эти машины и мотоциклы можно с помощью только вот этих кейсов. Но кейс мотоцикла, кстати, стоит дороже. Я не знаю почему, мне кажется, автомобили более актуальные. Я думаю, мы тоже это попробуем потом в будущем. Пооткрываем эти кейсы. Первая машина — это вот такой вот Mercedes классика, просто бандитская классика. Рубль 40, или как его там только называют. Но реально тачка просто легенда, можно сказать. Она очень прикольно, кстати, выглядит. Ну, реально хорошая моделька. Ну, реально все проработано, все красиво, все прекрасно, мне нравится. Давайте посмотрим, какая у него максимальная скорость вообще. Но мне говорили то, что именно с Stage 3 он едет там 280, по-моему. Но в стоке у него максималка, давай расхоняйся, 214 километров максималка у него в стоке. Ну, я думаю, это неплохо, кстати, для него. То есть в стоке, ну, он едет, в принципе, неплохо. Я так считаю. Машинка реально хорошая. Следующий автомобиль — это у нас получается BMW Z4. Честно, спорная машина, потому что, ну, она не очень сильно нравится. Да, это типа кабриолет BMW Z4, но такое себе, пацан, на любителя. Я думаю, реально на любителя. Да, это BMW, я люблю BMW, но именно Z4 я к ней отношусь как-то не очень. Она меня не сильно привлекает, поэтому спорная такая машина для меня. Может, кому-то нравится, конечно, я не спорю. Ну, 210 это максималка, потому что она очень сложно набирает. Но моделька вроде бы как неплохая. Все проработано, все прорисовано. Диски тоже нормальные, салон тоже прорисованный. То есть сама моделька неплохая, но именно внешне она мне не очень нравится. Следующий автомобиль — это Lexus. Честно, мне он вообще не нравится. Ну такая себе машина просто. Ну, ладно, сзади смотришь, симпатично, так нормально. Но спереди такой ублюдок. Ну, реально, я не люблю такие Lexus, типа, это лично мое мнение. Реально какой-то ублюдок просто выглядит. Может, моделька, конечно, неудача, но мне он вообще не нравится. В целом, я думаю, найдутся любители этой машины, этой марки, этого кузова, этой модели. Возможно, найдутся любители, конечно. Черный Rolls-Royce забирает джекпот. Просто Rolls-Royce, пацаны. Вот самая пиздатая тачка, которую добавили, по моему мнению, это Rolls-Royce Cullinan просто. Какой же он пиздатый, реально. Просто посмотрите. Ну, реально, пиздатая машина, мне очень нравится. Ну, вы знаете, ну Rolls-Royce, пацаны, есть Rolls-Royce, понимаете? Ну, тут хрен поспоришь просто. Вот Rolls-Royce и есть Rolls-Royce. Поэтому мне он очень сильно нравится, пацаны. Тем более, черненький такой Rolls-Royce, просто кайф. И этот Rolls-Royce тоже можно выбить в кейсах. И я очень хочу, чтобы он мне выпал, когда я буду кейс открывать. Машина реально просто шикарно выглядит. Мне очень сильно нравится Rolls-Royce, пацаны. Ну, сами понимаете. Rolls, он и в Африке Rolls. Поэтому мне эта тачка очень нравится. Давайте посмотрим максимальную скорость данного автомобиля. Разгоняется он вроде бы как неплохо, но максималка, скорее всего, не очень большая. Я еще никого вроде бы не видел Rolls-Royce из игроков. Я вот вчера стримил, и я вроде бы никого не видел. Как бы я сам его еле нашел. Точнее, подписчик подсказал его ID. Так, максималка, короче, 215 километров, но рулится он, пацаны, очень хорошо. Разгон тоже неплохой в стоке у него. Это именно стоковый Rolls-Royce, если что. Я думаю, в полном тюнинге он вообще будет очень классно ехать. Прям реально по кайфу будет, просто лететь будет. Ну, я на стриме на нем катался частенечко. Ну, реально, мне тачка понравилась. И внешне она симпатичная. Ну, то есть, хорошо моделька сделана. И по управлению, и по скорости меня тоже все устраивает. То есть, тачка реально по кайфу. И очень бы хотелось все-таки выбить этот Rolls-Royce из кейсов. Тем более, кейс как бы недорогой,
Но шанс, мне кажется, там как бы не очень большой выпадание. Поэтому его, мне кажется, будет очень сложно выбить. Пришло время показать вам мотоцикл, но мне кажется, это мало кому интересно вообще. Поэтому изначально я показал машины, потому что машины больше интересны, чем какие-то там мотоциклы. Я их буду быстро показывать, потому что, ну честно, мне мотоциклы не очень интересны. Поэтому я их буду быстро показывать. Сейчас покажу вам как бы все мотоциклы, которые добавили. Так, вот первый из них, короче, такой вот Дугатти, по-моему, это, если не ошибаюсь, да, Дугатти Бандит или что-то типа такого. Моделька хорошая, проработанная, нормальная такая. Ну, не знаю, пацаны, мотоциклы, мне кажется, вообще мало кому интересны. Вот еще как бы один мотоцикл, вот такой вот скромненький, тоже Дугатти, в принципе. Давайте я вам все мотики покажу. Так, это у нас что? Это у нас хрен пойми что, тут не написано, какой-то мотоцикл. Но мне только Дугатти Бандит, в принципе, понравился, и все. Вот тут же еще какой-то мотоцикл, тоже названия нету. Вот моделька, кстати, не очень проработанная, как по мне. Какая-то такая стрёмненькая моделька. Давайте сейчас еще посмотрим. Так, вот этот мотоцикл тоже, кстати, мне нравится. Вот мне нравится первый мотоцикл, который я показал, и вот этот мотоцикл. Вот они самые такие симпатичные, проработанные, красивые. Но все остальные мне вообще не нравятся. Вот этот мотик, в принципе, неплохой. Ну, давайте сейчас прокатимся на нем. Ну, такой симпатичный мотоцикл. Вот разве что его я бы хотел себе приобрести. Но тратить на него, как бы, донат, мне кажется, ну, такое себе. Лучше подождать, пока их игроки поубивают, и потом просто их купить за верты. И все, как бы. Я думаю, в этом проблем не будет. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я вам показал все машины, все мотоциклы, которые добавили в новом обновлении. И которые находятся именно в кейсе. Все, всем пока-пока.